Если у тебя есть борода, я скажу тебе да. Если бороды нет, то нет, мой ответ. Я думаю, что главный эффект, который я хочу получить, это взрыв Инстаграма. Потому что после этой встречи вся 1000 женщин придет со мной фоткаться. Каждая захочет сфоткаться одна. Каждая скажет, я хочу, чтобы рядом никого не было. И каждая скажет, что ей надо будет пересняться, потому что на той фотке она вышла плохо и закрыла глаза. Поэтому я знаю, что меня ждут 2000 фотографий по окончанию этого мастер-класса. И я жду взрыва в Инстаграме. Приглашаем на сцену руководителя клиники Жабоеву Светлану Леоновну, кандидата медицинских наук, врача-дерматолога-косметолога, дипломанта российского конкурса «Золотой ланцет» в номинации «Косметолог года». И снова здравствуйте. По доброй традиции мы участвуем вместе с агентством «Два товарища» в таких мероприятиях, которые посвящены женской красоте, потому что это наша работа. Более 10 лет мы преображаем наших женщин, делая их красивее, делая их увереннее в себе, делая их счастливее. И наступило время преобразиться нам, потому что, ответственно подходя к красоте, мы заявляем, что красота – это прежде всего здоровье. Мы желаем вам быть здоровыми, потому что это основная миссия, особенно женщины. Женщине-матери, женщине-счастливой и любящей жены, женщине-любимой дочери, для того, чтобы не огорчать своих родителей, женщине-подруге. И все это должно сопровождаться, конечно же, здоровьем. Поэтому наша клиника преображается в многопрофильный центр SL. Пользуясь случаем, в канун 8 марта я желаю вам всем быть счастливыми и любимыми. Клиника SL – это самое лучшее современное лечение. Будьте счастливы и любимы под солнцем и луной. Это вечно. Всего доброго. Хорошего вечера нам. На протяжении всего мастер-класса мы созерцали готовые комплекты, находящиеся рядом с вами. Скажите, пожалуйста, как эксперт моды, да, как ведущий модного приговора, как вы считаете, для каких типов фигур, каким дамам подойдут вот эти комплекты? Ну, дорогая моя, сейчас действительно в моде и красные, и черные, и белые. Поэтому, судя по цветовой гамме, это все в тренде. Гусиная лапка тоже в тренде. А для какого типа фигур? Ну, конечно, трикотаж можно носить многим типам фигур, но здесь есть вертикаль, которая многое скроет. В принципе, я вижу этот костюм более деловым, повседневным, но здесь вечернее платье, по-моему, вы все видите.